Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах самоизоляции с кошкой. Коронавирус и введенный из-за него режим самоизоляции изменили привычную жизнь не только людей, но и их домашних любимцев. Для большинства кошек, которые привыкли видеть своих владельцев только утром и вечером, такие перемены стали серьезным изменением ритма жизни. Плюс теперь хозяевам нужно заботиться не только о профилактических осмотрах, мяукающих у ветеринара, но и думать о том, чтобы животные ни в коем случае ничем не заразились и благополучно перенесли время пандемии. О чем важно помнить, находясь на самоизоляции вместе с кошкой? Какие правила необходимо соблюдать? Давайте разбираться. Прежде всего, позаботьтесь о здоровье вашей кошки. Приходя домой с улицы, обязательно хорошо мойте руки и лицо. Ни в коем случае не прикасайтесь к животному грязными руками. Постарайтесь ограничить доступ вашему мяукающему другу к обуви и верхней одежде, на которой могут быть частицы коронавируса. На период пандемии специалисты также рекомендуют отказаться от выгулов кошек на улице. Помните о том, что согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент еще не было зарегистрировано ни одного случая человеческого заражения коронавирусом от кошки. Есть только данные о том, что у животных найден свой тип коронавируса, который передается между особями одного вида. Для человека он опасности не представляет. Постарайтесь предвидеть все возможные проблемные ситуации, которые могут возникнуть в период самоизоляции, и подготовьтесь к ним. Например, закажите большой запас корма и лакомств для кошки, чтобы не ходить несколько раз в магазин, или узнайте часы работы ближайших ветеринарных клиник на случай, если ваше животное станет плохо себя чувствовать. Кроме этого, не лишним будет и позаботиться об аптечке со всеми необходимыми лекарствами для питомца. Самоизоляция – стресс не только для людей, но и для питомцев. Позаботьтесь о психологическом состоянии вашей кошки. Помните, для животных очень важно иметь определенный распорядок дня. Работая из дома, не забывайте о нем. Старайтесь кормить животное в привычное ему время. Помните о регулярных играх и общении с питомцем. Обязательно подумайте над тем, с кем останется ваша кошка, если вы вдруг заболеете и вам придется отправиться на лечение в больницу. Такой вопрос важно решать заранее. Если проблема возникнет, времени на него уже не будет. Важно, чтобы человек, которому вы в случае чего отдадите на время свое животное, был хорошо осведомлен о привычках вашего питомца. Идеально, если ваша кошка хорошо знакома с этим человеком. Пандемия коронавируса вносит серьезные изменения в жизнь людей и их домашних животных. Заботьтесь не только о своем здоровье, но и о здоровье своего мяукающего друга. Именно от вас зависит, насколько благополучно ваш питомец пройдет через период самоизоляции. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!